Ну что ж, ребят, вперед дальше, продолжаем проходить God of War и идем по сюжету. Наконец-то. Ну еще раз. Читай. Сегодня прячу смерть в себе, а завтра жизнь даю траве. О, мне нравится. Не я ли это написал? Это что, ответ? Это земля. Прячет смерть, дает жизнь. Не смотрю, что за хрень. Давай. Нужно было Йорф. Выделить его. Если бы в Вальхейме я знал, что я бог, не было бы так совестно убивать эльфов. Ну, интересный ход мысли. Ни о чем не жалей. Эльфы заставили нас это сделать. Я уже понял. У нас свои дела. Дела богов. А они отвлекли нас своими мелкими делишками. Нет, правда. Мы так и уйдем? Само знание о том, что мы боги, придает мне столько сил. По-моему, ты слишком хорохоришься. Сильным приходится делать важный выбор, парень. Такие, как вы, служат либо себе, либо другим. Вот как Тюр. Его правда все любили? Да, бог войны. Он ведь сражался за мир. У него была репутация героя и добропорядочного мужа. Свою силу он направлял на то, чтобы прекращать войны, а не начинать. Так есть хорошие боги? Изредка встречаются, да. Тут говорится о местах, о которых я не слыхал. Тюр любил странствовать. Тюр считал, что от войн и хаоса спасет не сила, а разум. А еще он понимал, что знание других культур позволит ему шире смотреть на мир, чего не достичь, сидя на месте. Один вечно ревниво охранял то, что знал, а Тюр был открыт и всегда мог поделиться мудростью. Потому смертные и любили Тюра и приносили ему дары по всему миру. Что случилось с Тюром? Один стал считать его угрозой. Подозревал, что Тюр сошелся с великанами вместо того, чтобы помочь асам вызнать их тайны. Он и меня в этом обвинял, хотя, мне кажется, насчет Тюра он не ошибался. Тюр помогал великанам? Да. Он считал себя ответственным за те страдания, что им причинил Один. Полагаю, они скрыли свой след не без помощи Тюра. Пропавшая путевая башня. Именно. Что бы с ней ни случилось, это явно было сделано совместными усилиями Тюра и великанов. Голова не черная руна. Не знаю, никогда тут не бывал. Камень! Мы на месте! Конечно. Ты же не думал, что все так просто? Нет. Может, надеялся. Что теперь? Наверху ветраки. Ветраки вот? Забыли сказать, пока ты помогал, ехали в Хельхейм за лекарствами. Правда? Ужасное путешествие было, но твой папаша научился кое-чему. Что такое? Потом обсудим.
Гостям не рады. А, скиндус моей родины. У меня самого такой раньше был. Бери его, мальчик. Да, бери. Вдруг нам когда-нибудь понадобится намазать масло на хлеб. Потому что тебя никто не любит. Смотри, с каждой стороны небольшой проход, как раз для мальчика. Для отца слишком малы. Иди, не думай обо мне. Осторожней, Фрейд, нет, некому шибать. Тихо. Что ты нашел? Хватит баловства. Не забывай, зачем мы здесь. Это из страны песков, что очень далеко отсюда. Там есть боги? О, да. Там их очень-очень много. Они злые? На этот вопрос не так просто ответить.
шаги. А что тебя там так задело? Это не важно. Для тебя важно. Это был необдуманный поступок. Лучше выбрось это из головы. Ого, это прямо почти извинение. Ну, наверное, тебе просто нравится бить горшки. Ха! Второе кольцо наверняка ведет себя как первое. Надо поймать ветра. Опыт. Мелкие твари. Ну, кто знает, может быть. Там много каких сеттингов еще есть. Египет. Это как минимум. Так что все возможно. Слушай, я просто хочу, чтобы ты говорил мне правду. Неважно, нравится она мне или нет. Я хочу учиться. Тебе не нравится быть богом, а мне может понравиться. Thank you.
еще проходы. Понял. Иду. Я боюсь Замечательно просто. Думал, те пилы были страшными. Смотри, волки-великаны, Сколь и Хати. Точно, приносящие день и ночь. Рагнарёк начнется, когда они поймают солнце и луну. Атюр знал о них? Возможно. Они ему нравились, растут все стена в их изображениях. Разве тебе не нравится все это? Быть богом, находить приключения в новых мирах. Может, мама хотела, чтобы мы немного развлеклись? Все, что мы видели и делали. Может, это ее подарок? Не вижу очередной ловушки для... Ветровхель может подняться на балкон для лучшего обзора. Отличное времяпровождение. Ну, что лучше, чем сидеть за компом, да там гонять. Так хотя бы сынок мир там тут повидает. Всего один!
Смотри, ловушка для ведро. А, умно. Тюра все, наверное, любили, но он явно кого-то боялся. Ну, известно кого. Одина, и не зря. А эти? Мысль быстрее ветра. А, подсказка о том, в чем мы уже разобрались. Что такое? Ловушка. Отец! Мальчик, уходи отсюда! Не уйду! Как тебя вытащить? Потяни цепи на стене! Но! Их тут три! Что мне делать? Атрей, соберись! Ты справишься! Поспеши! Я не знаю, могу ли я утонуть! Так, хата серебряный гонится за луной. Сколь золотой гонится за солнцем. Когда они съедят солнце и луну, будет Рагнарёк. Но тут все перепутано. Ты молодец. Луна налево, солнце направо. Мингард посередке. Но какой рычаг тянуть? Левый. Средний. Средний рычаг. Надо по порядку. Луна слева, солнце справа, Мидгард посеред. Тяни правый. Левый. Луна слева, солнце справа, Мидгард в центре. Средний. Правый рычаг. Средний. Луна, Мидгард, солнце. Луна, Мидгард, солнце. Средний. Левый.
Средний! Правый рычаг! Средний! Вставай, брат! Да не встанет. Блин, мне что-то послышалось наоборот, лево и право потом. Было поздно. Ну ладно, фигня, еще раз. Левый! Средний рычаг! Надо по порядку. Луна слева, солнце справа, так посередине. Левый! Средний! Луна слева, солнце справа, так в центре. Левый! Средний! Правый! Луна, мир, от солнца. Левый! Средний! Правый рычаг! Останови эту цель! Как? Я не знаю! Я знаю, что делать! Ее нож? А как еще? Не вышло! Почему не вышло? Зато ты спасся. Это было умно. Руна у нас! Все получилось! Да, посмотрим, что приготовил для нас Тюр. О, нет! Защитная руна Фрей смылась. Что же делать? Продолжать путь. Вот она, мы ее нашли. Сын. Вот. В день, когда ты родился, я сделал два ножа, смешав металлы моей земли и этой страны. Один для себя, а другой для тебя, на будущее. Теперь ты готов. Я теперь мужчина? Как ты? Нет. Мы не смертные. Мы нечто большее. И ответственности на нас куда больше. И ты должен стать лучше меня. Ты понял? Отвечай. Я стану лучше. Сила оружия, любого оружия, идет отсюда. Но управляет им это
Самоконтроль, дисциплина того, кто им владеет. В этом заключается сила настоящего воина. Никогда не забывай. Ладно. Идем. Дрейва. Пусто. Стой! Руна, ты ее видел? Да! Ты уверен? Уверен, точно! Хорошо, целься в лицо. Да, меня развернуло. В какой стороне песчаная чаша?
Йорф! Наша цель так близка. Сядь. Это вино с острова Лемнос, который недалеко от моей родины. Лемнос. За окончание пути. Можно? Пахнет тухлыми яйцами. Оно не скисло? Кто знает. Батя учит бухать, все нормально. Отец, почему ты оставил родину? Это из-за тех других богов? Просто ты так ненавидишь богов, но... Тюр ведь был хороший. И ты тоже. Ты убивал только злых, да? Да. А вот только кто может об этом судить? Молчи, голова. Мы можем. Мы достойны. О, ты говоришь совсем как твой отец. Готов? Готов. Идем. А мне понравится быть богом. Мы идем куда хотим, делаем что хотим, а теперь пойдем искать великанов. Да. Узнав путевую руну Йотунхейма, мы можем вернуться к вратам на вершине горы и применить резец по назначению. На этот раз никто нам не помешает. Идем. Ну, Майер, да, с этим нельзя не согласиться, потому что действительно диалоги хороши. Скажу Синдри, что я бог. Вот у него рожа-то вытянется. Нет, может, я хранил твой секрет слишком долго, но теперь тебе придется хранить наш. Я же говорил, нам нужен ключ. О. Но зачем скрывать, кто мы? Это Один любит секреты. Не лучше ли быть открытыми, как Тюр? У Тюра тоже были секреты. По своим причинам. Он хотел защитить людей. Ни к чему болтать зря. Но надо ли врать своим друзьям или родным? Думаю, Синдри бы понял и сам поступил бы так же. Забудь. Ну что, парень, хочешь наконец увидеть страну великанов?
Да, но грустно, что путь почти пройден. О, а вдруг придем в Ютунхейм, а там великанов тоже нет? Это не имеет значения. Главное — выполнить просьбу твоей матери. А, никуда не уходите, я уже заканчиваю. А можно ему сказать? Нет. Что сказать? Ты что, колесо облизал? О, боги, меня стошнит. Я не шучу, сблюю сейчас. Мы обсуждали семейное дело. Я, кстати, кое-что понимаю по части семейных дел. Дай угадаю. Твой брат не так искусен, как ты, а его работа — хлам. Ну да, все так и есть. И что? Да ты только об этом и говоришь. Снова и снова. Сделай что-нибудь или заткнись уже. Вот как? Да! Надоело уже слушать про мелкие беды мелких смертей! Ну ладно. Обидно. Давайте лучше делом займемся. Ничего себе. Почему ты был с ним так груб? Не надоело слушать жалобы на брата? Надоело, но нам невыгодно с ним ссориться. Он должен знать правду, даже горькую. Это было невежливо. Правда важнее, чем вежливость. Мать бы не согласилась. Она не богиня. Yeah.
Может, дальше я и... Нет. Почему? Вы почти дошли. Я же справлюсь. Да ну, ты позволяешь себе так о ней говорить, что я сомневаюсь. Что? Что она не богиня? Она была лучше богини. И ты будешь говорить о ней с уважением. Ну и ладно. Неси ее сам. Скорее всего, еще одна валькирия. Ставим ее потом. Слэр. Вино, наркотики, проститутки. Все как всегда. Что они хотят нас убить, потому что мы боги и опасны для них. Но этого исключать тоже нельзя. Пути Одина скрытны, а его цели... Хватит уже про Одина. Не попал.
Вы с мамой всегда говорили, что боги злые. Но это не так. Тюр был добрым, и Фрея. Кто злой, так это Аса. И знаешь что? Один прав. Мы для него опасны. Мы знаем, кто мы, и можем их всех победить. Но не всех. Еще не всех. Хваленый Магний нас одолеть не смог. Они не лучше нас. И еще пожалеют, что с нами связались. Так, ладно, ребят, на сегодня здесь остановимся с нашим приключением. Ну и продолжение следует завтра в 5 часов.